Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Детальніше про передання нам винищувачів сучасних типу F-16 і не тільки будемо говорити далі. З нами на зв'язку зараз Роман Світан, військовий аналітик, льотчик-інструктор, а також полковник запасу української армії. Пане Романе, я вас вітаю. Доброго дня. Дякую. Отже, ми побачили, як сьогодні головнокомандувач Валерій Залужний на своїй сторінці у Фейсбук опублікував відеоролик, підписавши його «Україні потрібні F-16». Перед тим, зокрема вчора, очільник Пентагону заявив про те, що на даному етапі війни Україні нібито нічим не допоможуть F-16, і взагалі після прийняття такого рішення потрібно буде 18 місяців на його реалізацію. Тобто ми побачили такий от обмін публічними меседжами від нашого головнокомандувача і очільника Пентагону. От як ви вважаєте, подібні публічні от такі відео, які розміщає знову ж таки наш головнокомандувач, чи наближають вони нас до все ж таки ухвалення нарешті цього рішення? Оба воєнних руководителів праві, один і другий. Дійсно, нам нужны F-16, здесь Залужний однозначно правильную лінію займає. Та F-16 – це многоцельова машина, которая выполняет задачи и истребителя, и перехватчика, и бомбардировщика, и штурмовика, в зависимости от того вооружения, которое может принести. А новые модификации от блок 50 и дальше, они выполняют полный спектр задач по парадигме, авиационной парадигме НАТО с использованием всех средств поражения авиационных. Они могут нести практически все ракеты, бомбы, и средства поражения, которые есть в странах НАТО, включая и крылатые ракеты в том числе. Потому F-16 — самый оптимальный вариант. Его, этого самолета, достаточно на рынке. Он готовится и продается. То есть это экспортный самолет, которым торгуют американские компании. Его больше 4000 таких машин произведено, то есть, в принципе, нам хватит и 200 для того, чтобы полностью перевооружить наши воздушные силы. То есть здесь Залужный показывает нашу потребность, и, в принципе, они нужны уже вчера. То есть это то, что те самолеты, которые нужны были еще год назад, это как минимум, а реально еще и, наверное, 9 лет назад надо было принимать решение, не некоторые проекты воплощать в жизнь, а хотя бы 200 самолетов купить. Летчика у нас хватает. Целый Харьковский университет воздушных сил их выпускает, довольно-таки хорошего качества летный состав, если можно говорить о летном составе в этом смысле. То есть у нас есть все предпосылки для того, чтобы выполнять задачу на F-16. Ну а уже шеф Пентагона говорит о том, что полный цикл передачи самолетов такого уровня, допустим, F-16, он действительно занимает это минимум полтора года. Это минимум, а так реально 2-3 года полный цикл передачи с подготовкой аэродромов, с подготовкой мест хранения, с специальных инженерных служб, технико-эксплуатационных частей, аэродромного оборудования для выполнения предполетной, послеполетной, межполетной подготовки, проведения определенных осмотров, ремонта техники и постройку целых заводов по обслуживанию. Дело в том, что самолеты обслуживаются заводами, это не мастерская по, допустим, восстановлению танка. Это авиационный завод надо строить для того, чтобы полностью можно было, ремзавод, для того, чтобы полностью можно было обслуживать 200 такого рода машин. А это действительно от полутора, а реально 2-3 года. Но нам можно использовать, есть просто механизмы использовать F-16 в ускоренном варианте, то есть варианта 2. Либо это летчики американские, которые уже изъявляют желание участвовать в боях с российскими самолетами. То есть у нас есть уже готовое правовое поле под участие такого рода людей. То есть у нас есть иностранный легион, в котором уже несколько тысяч человек проходят в службу в вооруженных силах Украины. Но это иностранцы, которые заключили контракты с ВСУ для службы в ВСУ. Это также могут и летчики американские, и техники, и механики. То есть инженерно-технический состав, он также может быть принят на службу вооруженных сил Украины, выполнять боевые задачи. А для этого нужно подготовить аэродром. А у нас практически все аэродромы готовы для принятия сейчас такого рода
техники, больше десятка аэродромов у нас есть, которые могут принять самолеты, плюс принять вместе с самолетами, допустим, транспортник с аэродромно-техническим оборудованием для выполнения полетов в режиме использования аэродрома, в режиме аэродрома подскока. То есть это уже выполнялось на наших аэродромах. В 2012 году F-16 сидели в Миргороде, выполняли боевые задачи по прикрытию Олимпиады. В 2018 году F-15 пара садилась в Константиново, выполняла больше недели определенные задачи в рамках «Чистого неба» 2018 учений. То есть мы принимали эти самолеты, мы можем их обслуживать на наших аэродромах. И вот в таком режиме для этого надо всего лишь неделя. То есть за неделю уже эти F-16 могут выполнять боевые задачи с летчиками американскими. А наш летный состав может подготовиться в течение 3-6 месяцев. И в таком же самом режиме, то есть использование в качестве аэродрома подскока, использовать наш аэродромно-технический парк, который у нас есть. А основные технические задания по восстановлению и ремонту авиационной техники можно выполнять и на базах в Европе. Потому оба генерала права, они, я думаю, примут какое-то правило, по крайней мере, между собой они этот вопрос решат, а дальше уже военно-политическому руководству своих стран предложат определенный алгоритм действий. Ну а дальше уже будет все зависеть от политического момента, связанного с принятием решения на передачу нам такой техники. Угу. Ну а тим часом словацькі винищувачі Міг-29, які передані нам, як пише принаймні швейцарське, перепрошую, видання СІТА, вже захищають небо України. Знову ж таки, ЗМІ пишуть про те, що попередньо над Харковом. Але разом з тим, речник наших повітряних сил Юрій Ігнат напередодні заявляв про те, що польські і словацькі винищувачі потребують ще глибокої модернізації. А яка у вас інформація з цього приводу? Самолеты такого уровня могут сразу выполнять боевые задачи, они их и выполняют. А модернизация, они могут, должна быть определенная модернизация под выполнение задач, допустим, работы с натовским вооружением, с теми же хармами. Для этого надо определенные переходники на пилоны, система управления. Но это все можно делать в процессе выполнения боевых полетов. То есть, я думаю, как раз выполняется и одно, и другое. И боевые полеты, и модернизация этой техники. Не будет никто консервировать самолеты, которых не хватает. Мы за год потеряли определенное количество бортов. Летчиков у нас хватает. Потому, я думаю, эти борта, которые уже перенаправлены и перегнаны на наш аэродром, они выполняют, стали на боевое дежурство. Далі хочу з вами поговорити про ракетну небезпеку з території Білорусі. От білоруський Гаюн повідомляє про те, що російські військові могли перевести до Білорусі нову партію ракет С-300, С-400. І от, зокрема, повідомляється про те, що вже сьогодні вранці в районі Гомельського, в Гомельському, точніше, районі було помічено колону військової техніки, яка, зокрема, могла і перевозити по 4 ракети для зенітно-ракетних комплексів, як я вже сказала, С-300, або С-400, ця колона машин без реєстраційних знаків пересувалася. На ваш погляд, чи існує зараз вірогідність того, що все ж таки білоруську територію знову можуть почати використовувати для ракетних обстрілів по Україні? Якщо в течі останніх місяців її не використовували, вряд ли хтось буде її ще використовувати, нет такої необхідності. Ракетные комплексы, вернее, ракеты С-300, С-400 – это расходный материал. Все-таки ракеты сами по себе, их очень много используется, потому при переброске зенитно-ракетных комплексов для выполнения боевой задачи, допустим, для прикрытия того же Мозырьского НПЗ или для прикрытия аэродромов тех же белорусских или белорусских военных объектов, нужны определенные комплексы, плюс, естественно, определенное количество ракет. Вот эти ракеты сейчас мы и видим, как к этим комплексам подвозятся. Эти комплексы давно переброшены в Беларуси, они будут использоваться по прямому назначению, то есть в режиме ЗРК для выполнения задач противовоздушной обороны.
Ну і в нашій розвідці, зокрема, говорять про те, що зараз Росія змінила тактику свого ракетного терору і тепер уже битимуть не по об'єктах критичної інфраструктури, не по об'єктах енергетики, а якраз по військових цілях для того, аби зірвати наш контрнаступ. От в цьому контексті, наскільки може бути успішною така їхня нова тактика? Чи є у них необхідний для цього потенціал? Они будут по тем объектам, до которых достанут и энергетические объекты, и объекты инфраструктуры в эту общий список входят. Никто из их не вычеркивал, потому будут работать и по энергообъектам. Плюс, конечно, по тем военным объектам, до которых доберутся их определенное разведсообщество. То есть либо это ГРУ, либо это определенная система разведки, радиотехнические войска, в зависимости от цели указания. Потому, я думаю, здесь сегрегировать никто не будет. Будут работать по всему, до чего дотянутся. А вопрос, чем? Вот с последней атаки уже несколько недель прошло, где-то они могут уже поднакапливать определенное количество ракет. Я думаю, в первой декаде, может, к концу первой декады апреля будет еще одна атака. У них где-то будет около 50 ракет Х-101, Х-555 калибров. Они их могут производить до полусотни в месяц. Вот это полусотни этих ракет, а как основная волна может пойти, плюс добавят туда всякий мусор типа Х-22, может быть, кинжалов, Искандеров, Х-59, Х-31П. То есть те ракеты, которые идут уже довеском к основной волне. Но целями будут, я думаю, все объекты, которые они могут дотянуться, и энергетические, и тепловые, и гидротехнические, и, естественно, военные. Но так как военные объекты, они в основном в движении, они мобильные, их очень сложно уничтожить, когда они передвигаются, то количество военных объектов будет сокращено, так как ракеты, которые идут, ну, которые планируются, они в основном выходят на точки по координатам. Это ракета, допустим, Х-59, как-то еще может управляться летчиком, то есть она на телеуправлении. А вот все остальные ракеты — это стационарные цели, они используют как для выполнения боевых задач. Пане Романе, ми з вами вже раніше говорили в ефірі про те, що росіяни можуть таки спробувати і наважитись на ще один наступ, зокрема, напередодні нашого контрнаступу. Ймовірно, як ви казали, це будуть намагатися приурочити до 9 травня, щоб російському суспільству показати, ну, хоч якісь перемоги. І от сьогодні в нашій розвідці заговорили про ймовірність нового наступу на Києву. Там кажуть, що це буде, звісно, суїцидальний крок, але не виключають, якби, такого сценарію. Як ви, зокрема, оцінюєте дійсно? Ну, от не тільки нового наступу, ймовірно, на столицю, а взагалі, чи наважаться росіяни відкрити якісь нові ділянки фронту? Нового точно ні. Києву в цій житті вже нічого не угрожає. Ні з Білорусі, ні з Росії. Нет механізму для того, щоб угрожати северу нашої країни. Проблема на югі, на востокі. Тобто і проблема в наступленні іменно восточна. На Донецькому фронті, Донецькому, Луганському фронтах россияне скопили определенное количество сил и средств для выполнения наступательных задач, которые еще не использовали. Они с января месяца пытаются наступать, начиная с Солидара, и за несколько месяцев расширили географию наступательных действий километров на 200 от Угледара до Купянска. И вот не было использовано практически нигде, кроме там того же Угледара или Авдеевки, техники из-за погоды, в основном из-за погоды. Сейчас подсохнет к концу апреля, к началу мая подсохнет, пойдет зеленка. Россияне попытаются повторно выполнить наступательные действия по тем же направлениям, по тем же точкам. Угледар, Маринка, Авдеевка, Бахмут, Белогоровка, Купянск, допустим, Кременная и Сватово. То есть вот эти 200 километров фронта, они попытаются двинуться с помощью техники. В основном технику можно использовать в районе того же Луганского фронта, от Каменки до Купянска, ровные более-менее места. Сложнее будет использовать, конечно, в районе Донецкой агломерации, но тем не менее в той же в районе того же Угледара и Авдеевки не попытаются с помощью техники еще наступать. То есть нас еще
ждет вот в течение нескольких недель вот такое наступление. Но оно быстро закончится. Тех сил и средств для масштабного наступления точно не хватает у россиян. Их хватит, может быть, на пару недель, не более того. Ну а нам, естественно, надо понимать и принимать правильное, грамотное решение, то есть по направлению наступления и по срокам. Оптимально это, конечно, делать все на противоходе, может быть, ловить россиян на наступательном порыве в одном месте, наступать просто в другом, либо потом подождать после того, как россияне уже сдуются и с этого наступления, и на их плечах начинать обратное, то есть наше контрнаступательные действия. Но для этого есть Генштаб. У нас там генералы, они профпригодные, они хорошие профессионалы, они вычислят этот вопрос, поймают россиян как раз на вот этом движении. Пане Романе, почули вас. Дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам, Роман Світан, військовий аналітик, льотчик, інструктор, а також полковник запасу української армії, був з нами на зв'язку.